Друзья, всем огромный привет! Вы на канале «Живи в радости». Мое имя Владимир. Со мной сегодня зять Кирилл. У него день рождения. Я его поздравляю, все мы его поздравляем. И мы с ним решили приготовить шашлык и картофель на мангале. Давайте посмотрим наши ингредиенты. Подходите поближе. Так, друзья, смотрим. У нас тут 2,5 килограмма свинины. Это у нас шея и ребрышки. Тут у нас тоже примерно 2,5 килограмма картофеля. Мы ее чуть-чуть отварили, чтобы она у нас до конца прожарилась. Дальше. 4 луковицы. Один фиолетовый и 2 белых. Ну и примерно грамм 500 сала. И также нам понадобится уксус. Так, друзья, нарезаем лучок. Сначала фиолетовый у нас пойдет, но я хочу его нарезать для украшения. Нарезаем его колечками. Так, нарезаем теперь белый лучок, тоже колечками, это тоже для украшения пойдет. Так, и теперь к блюду нарезаем маринованный будет у нас лучок, ну, в уксусе. Нарезаем его полукольцами. Так, друзья, теперь режем сало. Ну, вот так, на полосочки. И, например, на вот такие квадратики. Не сильно маленькие, не сильно тоненькие. Это у нас пойдет для картофеля. Высыпаем уголь в мангал. Так, разжигаем угли. Так, что мы делаем дальше? Берем вот так лучок наш порезанный, который полукольцами, на маринад. Немножко помнем. Вот прям раз, так, не сильно, а чтобы он сок чуть-чуть пустил. И заливаем уксусом, тоже немного там вообще. Все, лук у нас маринуется. Все приготовили, одеваем мясо на шампура. Это которое у нас без, ну, не с ребрами, а с шеей, которые. С ребрами, наверное, пожарим на это, на сеточке, да? Зять, правильно? Да, зять Маша, да, говорит, да. Друзья, какой мы маринад делали? В чем мы мариновали? Мы, как обычно, стандартно все делаем. Соль, перец. Правда, зять немножко изменил тактику. Он лук не только порезал вот так на кольца, он еще потер пару лучин. Тоже все это перемешал. И еще таким луком посыпал. Вот. И у нас ночью он стоял. Все, на огонь. Друзья, еще один лайфхак.
чтобы к решетке не прилипало. Некоторые мажут маслом подсолнечным, еще чем-то. Но у нас друг есть, Альберт, он нас научил. Берешь вот так на угли, решетку кладешь, и чтобы она прям прокалилась. И все, и сверху мясом потом ничего прилипать не будет. Ну, может, чуть-чуть только. Укладываем наши ребрышки на решетку. Так, ну все, уложили красивенько. Берем нашу решеточку. Придавливаем. И на огонь. И внимательно следим, чтобы у нас ничего не подгорело. Не отходим никуда. Вот если у вас вот так огонь начинает, просто берите вот так, убирайте. Огонь потух. И обратно. Это тоже лайфхак. Пахнет, наверное, аж в камеру. Ах, красота. Переворачиваем, смотрим. Никуда не отходим. Чтоб он у нас не пригорел. Чтоб был красивый. Так, друзья. Шашлычок у нас уже поджарился. Уже все проверили. Там видно вам. Снимаем. Мы пока в кастрюльку его вот так с лавашом, чтобы у нас лаваш пропитался шашлычком. Вот таким у нас есть такое приспособление. Снимаем. Готов. Так, друзья, ну и по традиции пробуется первый кусок всегда. Скажите, вы пробуете всегда первый кусок? Когда пожаришь шашлык, все мужики пробуют обязательно первый кусок. Вот. Я предлагаю, так как день рождения сегодня, выпить за зятя и попробовать первый кусочек. За здоровье! На решеточке тоже поджарилась. Красивая. Снимаем. Вот о чем я говорил. Видите? Практически не прилипло. И снимаем. Смотрите, видите, как в принципе отходит. Почти не прилипает. Вот в кастрюльку сложили. Лавашиком закрыли. И пусть ждет своего времени. Так, что мы делаем дальше? Берем сало, одеваем на шампур. Вот так, раз. Потом картошечку. Опять сало. И так проделываем со всеми шампурами и картошечками. И на конце у вас тоже должно быть сало. Обязательно. Лайфхак. Что делаем дальше? Берем ножичек. И вот так немножко делаем как прорези. Ну, небольшие. Вот так вокруг. Раз. Не прям, чтобы большие прорези были.
Все, сделали прорези. Это у нас все прожарится теперь. Идеально будет. Ставим на мангал. Картошечка у нас поджаривается. Мясо сняли все уже. Вот видите, как получается. Сальцо. И картошечка. И сало брызгает на картошку. И получается такая вкуснятина. Вам не передать. Вот и картошечка наша уже подоспела. Вот такая красивая. Всем видно. Проверяем. Видите, она уже катается. Это она уже, значит, готова внутри. Снимаем. Теперь берем вот так наши колечки, как я и говорил, украшаем. Беленький лучок такой. Так, друзья, ну вот мы и приготовили наш шашлык на мангале с картошечкой. Сейчас это дело попробуем. Ну, рюмочку не буду, а то я потом вам уже ничего не скажу. Пробуем. Сначала мяско, кусочек. Ой, пахнет. Картошечку. Смотрите, аж разваливается. Посмотрите, красота. И маленький лучок. Еще лавашиком. Что тут говорить? Очень вкусно получилось. Просто шашлык, картошка. Испортить, конечно, тяжело. Еще и по такому рецепту. Друзья, готовьте с нами. Готовьте по нашим рецептам. Готовьте на мангале этот рецепт у себя дома или в гостях. Это очень вкусно получается. Получается, сало брызгает на картошку вообще. Оно как такое, ну прям сочное получается. Всем огромное спасибо. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. У нас также есть группа в Одноклассниках. Всем огромное спасибо. Пишите обязательно хорошие комментарии. Готовьте по нашим рецептам. Всем мира, добра. Всем до свидания. Пока-пока. А как же покривляться? Так, высыпаем уголь. У Кирюхи день рождения. Лайфхак. За здоровье. Всем мира, добра. Всем до свидания. Пока-пока.